Всех приветствую. Решил выложить рейд со стрима. Стримлю я, кстати, на Твиче, и ссылка будет в описании. Рейд мне показался довольно забавным. Я себя очень странно повел в самый ответственный и опасный момент. Но, тем не менее, ситуация разрешилась в мою пользу, и я смог выжить. В целом, не хочу тянуть время. Желаю всем вам приятного просмотра. Бля, опять здесь заспанили ебанцы, бля, а чё так темно, я не понял? Я сейчас поставил, бля, мяука. Люблю я сам себе игру подзавинить. Где-то двери не тупи. Вроде вечер, бля, я потупил. Надо день был ставить, в смысле нет, вечер. Я же пытаюсь какой-то народ найти. Чё, полчаса уходить отсюда. Забрал, сейвил, и против какого-то пупого хмыря не засейвил. Я там тоже могу так же шмануть, на самом деле, мне интересно попасть к нему. Типа я могу вот флешку зажать, свою пушку, а здесь он как бы вверх вниз плавает этот автомат. Сложно, блядь, реально. Сам себя дрочит, получается. Топорность управления просто меня мораживает. Как ебаный самосвал на гоночном треке. Здесь какой-то неуклюжий, угрюмый, непонятный. Где-то. Где-то, я же слышал, нет его. Я-то, наоборот, стараюсь не быть, как все. Защитник какой, типа. Ветер. Цвет отыграл уже. Мне тоже не особо нравится, не знаю почему, не крушение, ветер. Ну, супер. Охуенно, блядь. Хорошо сообразил вовремя. Да давай быстрее этот мигающий параш еще мне тут все руинит. Но я думаю, пока что плохая идея, да, его лутать. Тут чуваки ж бывают в окне, меня тут раз здесь на изичек пристрелили вообще. Не знаю, я тут раз пострелял с этих 855А1. Один из попаданий, ну вот два чувака было. Суммарно по ним один из попаданий. Никто не сдох. Я охуел. Ну типа, я не знаю, я не вижу смысла. Это на этаже у меня? Да. Двое. Пропитал. Thank you.
Такие дела, ребята, бля. Так, двери в этой халупе нету, да? Здорово, ребятки. Здорово. Здорово, здорово. Умный чувак, он должен проверить, наверное, все ли это. Но я не из их числа. Так, это я тоже нашел. Такое не надо, блин. Типа. Ну, блок питания забирать ни о чем. Он еще ничего не стоит. У тебя был генчик? Генчик, да. Генка была. Хлам разбили мне ее. Но я не знаю, я как-то странно, да, решил действовать. Я импровизировал, бля. Он, короче, дверь открывал. Можно было убить, пока дверь открывал. Но я еблан же, я типа там что-то тупил, не убил. Я решил, короче, что ладно, еще не поздно. Можно выйти в ту же дверь, которую он сейчас откроет. Он открывает, и тут я, блядь, торжественно появляюсь. Плюс темнота. Ну, короче, пиздец. Думал, что сейчас в спину убьют, но за счет того, что я в пятом классе, они не убили. Бля, это такой рофл, ебать. Никогда так не делайте, мне кажется, все было неправильно, бля. Надо было действовать как-то по-другому, я хуй знает как. Тупить там полчаса где-то, наверное. Ну, пацанам тоже, видишь, респект, они как бы это... Не стали ждать, пока я там ляжки свои соберу на выход. Сами начали действовать. Да, я тоже думал, что я умру, но я не понял вообще, нахуй я это сделал, блядь. Я бегу, а сам думаю, нахуй я это делаю, блядь. Я бегу, главное, знаешь, и ищу, а куда вообще ливануть? Ну, типа, где свернуть, блядь? Когда прекратят стрелять по мне? Нету дырки, нахуй, все закрыто, блядь. Ночники у них были? Не, не были. Вот тоже нормальный рейд для Ютаба, бля. Пойдет. Меня тут убьют сейчас наверняка. Вот, плюс инфаркт у пацана. Просто, бля. А чё они все с такими рюкзаками-то маленькими? Это просто ужас какой-то. Я их куда-то поубивал еще в непонятное место. Тоже с автоматом. Бля, тут перегруз есть. Чтобы лучше игралось. У него тоже АКМ. 76 отдача. Против. 72, блять. Ну согласен. Он не. Ну, я недалеко от него ушел. Пиздец, чё же они так гранаты все любят? Так, ну тут все ясно. Нужно теперь как-то грамотно задействовать, я не знаю. Обойму прям тут одну скину. Это что, тоже выбросил, что ли? Ебать ты, олух, блядь. А куда разрядился-то? О, вот сюда. Аккуратненько вот здесь спрячу. Вот это возьму.
Пока что его автомат возьму. Свой автомат я спрячу где? Вот здесь. Да. Хотел с балконов скинуть, но и так годится. Гайд по грамотной раскидке. Разрядить, блядь. Выбросить сразу же. Так, все, АКМ заменил. Ну и все, хорош дышать над телом, правильно? Фонарь мне не нужен, я и так все вижу. По-моему, в этой катке на улице чел еще. Может, у него атака есть? Бля, сейчас ведь сдохну от... от десятого, нахуй. Хитреца, который... где-то за забором еще. АКМ. А вы говорите, блядь, АКМ, АКМ, АКМ. Вот все ходят с АКМ, блядь, что вам не нравится. Просто это тренд этого года, блядь. АКМ. Все с АКМ. Кто не с АКМ, я не знаю, блядь. Я всех с АКМ только встречаю. Ночник бери. О, блядь. Опять гранаты, ты посмотри, что делает. Это можно. Это можно. Так, я знаю, как мы поступим, наверное, да? Ля-ля-ля, блядь, жир пошел. Жир полез просто. Это нахуй. Ну они прям, не знаю куда, они вообще не лезут. Гранаты в рот хоть их вставляю уже. АКМ, блядь. Ну давай вот это выкинем, это возьмем, она более нарядная. Да и нахер, да, пошли отсюда. Куда еще больше-то? На тоннель. В принципе, мне по пути по-хорошему-то.